опыт, опять желтый. Это вы что-то там? Нет, колдуете. Вы же сами так вытаскиваете. Выгоняли ли вас из клуба или ресторана? За что? Был такой когда-нибудь, может, студенческие годы, нет? Так, ну расплачивалась я всегда. Ну, выгнать могут. Да, да. Я понимаю, что мое веселье не заканчивалось буйством никогда никаким. Наверное, нет. Может быть, только за что? Может быть, только в кошмарных снах. Было в Греции, знаете что? Мы засиделись в Греции в ресторанчике. Нас не выгоняли, но пожаловались жильцы, поскольку это был жилой дом. А мы так пели русские песни. Угу. Очень русотуристы. И был такой приятный грек из восточной нашей страны. Угу. Вот, какой-то переехал туда жить. Он так нас принимал хлебосольно. И он просто не мог наслушаться наше пение. Видно, была уже ночь глубокая. И все-таки приехали полиция. И они нас не выгоняли, но любезно попросили все-таки разойтись. Они были любезны. Мы были веселые, поэтому вот за что, на вопрос за что, за веселые русские песни. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».